все знаем, в Дагестане и на Кавказе в целом, конечно, родители – это для нас, можно так сказать, святое. Поэтому и в нашей семье, конечно, было всегда главное приоритетное мнение – это родители. Наша жизнь, она, как мы все знаем, из белых и из черных полос состоит. Поэтому не всегда бывает, да, чтобы все шло гладко, легко, просто. Это, конечно, как раз-таки такого и не бывает. Да? Если ты хочешь чего-то добиться, обязательно ты должен увидеть труд, должен где-то потерпеть. Вот есть такое хорошее выражение: дорогу осилит идущий. Да, главное здесь не остановиться. Да? Если даже ты мелкими шагами идешь к ней, к этой цели, я думаю, рано или поздно ты ее, как говорится, добьешь. Я опять-таки повторюсь, это не только и спорт, это в любом деле. Призываю нашу молодежь, чтобы они ни в коем случае не игнорировали советы и наказы отца и, естественно, матери тоже.